побежали домой. Оказывается, когда косите в такую сухую погоду, не запах травы, а запах и вид дыма у вас получается. Но нужно было это сделать. Нужно, чтобы все эти засохшие листья, которые напали на бедную уже сухую траву, нужно их покрошить, чтобы они были потом, когда дожди придут, чтобы они фертилизировали, удобряли траву, работали как фертилизатор. Anyways, пусть делает, нужно было... Ох, как хорошо, что родили старшего сына. Не знаю, не спрашивали, потому что так и не смогли дозвониться до людей, которые косят траву, чтобы узнать, сколько же будет стоить косить эту громадную территорию. Но подумать, чуть больше, меньше 2000 в месяц. Территория большая. Это только чтобы косить. Там еще другие сервисы, чтобы избавиться от вредителей травы, и еще и сеять траву, там все разные пакеты. Ну, думаю, хорошо сделали, что родили старшего сына. Теперь экономим 2000 в месяц, если не больше. Все он делает, со всеми справляется. Пусть учится, может быть, как-нибудь пригодится. Ну, уже пригодился без учебы. Это так. Что еще делаем сегодня? Сегодня, можно сказать, все, что планировала сделать до начала съемок, только не успела собрать какую-то листву, что-нибудь, чтобы в центр этого столика поставить. Но здесь очень пусто, только это романтический лук со свечами, но пусто. Романтика пустой не бывает, хотя, может, и бывает. Это вчера дочки мне подарили вчера. Если смотрели вчерашний влог, рассказывала, дочки дома не были, ехали на одинокий трип и, в общем, с подарками вернулись. Вчера еще делала, формировала тесто вот такой на сегодняшний хлеб. То есть две буханки всего лишь испекла, а остальное завтра испеку. Завтра, послезавтра еще остались. И еще делала с оливками и с сушеным томатом. Хотите этот звук, да? Я тоже люблю этот хруст. Это про хруст. Это хлеб, который я забыла в микроволновке. Показывала, если смотрю. Только отличники, наверное, в курсе, что за этот хлеб. Это осталось от... Вы скажите, от свеклы. Да, это я должна была испечь пораньше, забыла, остался, проснулся гипс. Это так, что еще... О, знаете, что хочу вам показать наконец-то? Подождите. Сим-сим, откройся. Сим-сим открылся. Помните, делали масло орегано? И не показала, что я делаю с этим маслом, которое уже приготовила. Что я потом с этим маслом делаю. 2 месяца, не помню, когда это видео снимали. Наверное, если поискать, можно и найти хорошее масло. У меня было оливковое масло. И органик non-GMO орегано. Лучше, если орегано измельченный. И если не знаете, орегано один из самых... сильнейших антибиотиков в натуральном виде. Но натуральных антибиотиков может быть и много. Прополис тоже как раз сегодня заказала. Ну, сезон настал, знаете, нужно сразу как чихнуть, сразу прополис. Это, подождите, это тоже пользуюсь. Витамины. Я всегда как будто на чеку стою. Дети, забавно. Еще есть... Это, по-моему, внизу оставила. Это для кашля. В общем, все нужно иметь под рукой, мамочки. И что делала? Рассказала. По пути опять ушиблась. Масло орегано. Берете масло орегано и на водяной бане. Немножко затапливаете. Минут 5, 7, 6, 8, 9, 10.
И потом оставляете их лучше в стеклянной баночке где-то 2 недели. После 2 недель и время от времени я брала и вот так встряхивала, чтобы орегано и масло хорошенько впитались. И потом в конечной серии. Hi, Sophicus. Hi. Another? Ой, мои дела, и меня говорит обнимай. И потом беру вот такие пустые капсулы. Мой Amazon лист в ссылках ищите, найдете, и там найдете эти штучки. Прополис тоже оставлю. Вообще, что покупаю из Амазона, обычно на этом листе. И невозможно один продукт оставить на... То есть, спрашивают, хотим найти продукт или какую-то вещь, и нас ведет в ваш блог. Потому что невозможно по-другому много товаров сразу, да? По очередности поставить. Если что-то не находите, скролл сделайте и найдете. Да, это беру вот так, открываю. Лучше все это делать в стерильных условиях. И берете пипетку. Я уже начала, потому что некоторым домочадцам думала, нужно уже на всякий случай бронировать. И беру вот так аккуратно, капаю туда. Даже если лепесточки орегано пойдут, ничего. Может быть, и это длинный путь к антибиотику, но так хотя бы знаете, что там за масло, что за капсулы. Капсулы тоже хорошего качества, говорят. В общем, вы контролируете ситуацию, вы знаете, что берете. И очень хорошо помогает. Случаи очень много были. Этот укус, помните, меня оса укусила, горло у ребенка было. Через день, через 2 дня выпили и убивает. Даже рассказывала про эксперимент. Мальчик в медицинской школе, там учительница задание, какой-то антибиотик, чтобы был близко к, скажем, к медицинскому антибиотику. По своим возможностям, да, уничтожать вирусы, бактерии туда-сюда. И эксперимент показал, они даже там показывали, в общем, что орегано, масло орегано во сколько раз сильнее амоксициллин, есть такой антибиотик, амоксициллина, то есть убивает даже амоксициллин. Вообще амоксициллин нужно убивать, удалять из нашей жизни. Anyways, тоже если хотите, я не говорю, что это всем прямо советую, идите, делайте, но мы пользуемся, я довольна. Поэтому я только говорю за себя от своего опыта. Это про масло орегано. Все, что оставляю, это только оставляю. Орегано тоже из Амазона брала, очень хороший орегано. Обычный орегано, только органик нанджемо. Все, этим делом я закончила. И наш ребенок, ну тоже наш, играет с Альмой. То есть пришел, говорит, Альма, или может Альма ревнует, что он играет. Альма, он so jealous. А это друг этого мальчика. Он еще шаур не принял. Говорит, вчера тоже попросил с ним поиграть, сказал нет, сегодня опять пришел, говорит, кто-нибудь может со мной немножко в баскетбол поиграть? Говорит, дети сейчас в школе. А как старший сын? Говорит, а он уже не ребенок. Арнак услышал. Говорит, у него сейчас, ну, по интернету какая-то работа. Сейчас он должен шаур принять и на работу. Говорит, да, понятно. И Арнак услышал, говорит, мам, окей, пойду немножко побросаю. Он в homeschool, домашнее обучение. И знаете, самые счастливые дети – это дети, которые на домашнем обучении. Когда хотят, просыпаются, уроки закончили раньше времени, идут играть, когда хотят. Вот. И вот начали играть дети.
И она, как обычно, с детьми играет так, чтобы вроде бы они победили, но потом нервы ему не хватает, и берет у них и сам играет. Говорит, ты выше меня, у тебя это преимущество. Учит, как играть в какой-то вариант баскетбола. Horse называется, лошадь называется. Окей, пусть играют дети. Как же хорошо быть ребенком. Такая погода у нас восхитительная. Каждый день хвалю, говорю, чтобы не сглазить. Вряд ли сглажу, но пойду пару веток из-за так красиво поменялись цвета этого кустика. Сегодня заметила, сегодня даже поливала. Очень так хотелось выйти, в общем, чувствовать себя как летом вечером. Погода как летом вечером. Летний вечер, то есть приятно уже. Пойдемте, то есть вместе. Пару веток сломаем или не режу, потому что так делаю, он ломается. И хорошо потом растет. Это сделаем, кофе выпьем. Жду, пока довезут, доставят наконец-то столик, стулья и что-то еще. Жду, не помню, посмотрю. Да, закончу мои обустраивания. И что еще планирую? Что сегодня детям готовлю? Есть еще грудка со вчерашнего дня. Такая вкусная получилась. Прямо таяла во рту. Не помню точно, сколько дней я мариновала. Но мариновала в соленой воде с цитрусами, с яблоками, с розмарином или с цитроном. Не помню. Что еще? Чеснок, имбирь тоже положила. По-моему, про имбирь не сказала. Лавровый лист и черный перчик. Все это с курочкой. На день во дворе оставила, потому что холод был. Так мариновался. Потом убрала в холодильник, может быть, и на неделю, не помню. Но в очень холодный холодильник внизу. И вчера в комнатную температуру привела, намазала смесью для апухта, для пастурмы. И в духовку. Час чуть больше. Так вкусно получилось. Котикам очень понравилось. Они постоянно воровали. Вчера у них был воровской день. Где они? Ой, у меня это вариант. Давайте посмотрите. Этот Вася. Хочу его на актерский клуб записать. Актерский кошачий клуб. Василий, извиняемся, Василий Арамович. Извините, ему не до съемок. Вот эти такие позы делает, так красиво лежит, так красиво играет, даже ворует красиво. Ух, и летит. Как говорю, пшт, летит. И потом опять возвращается. А Варусика загнали в андердиван, под диван. Варус? Мотор включил. Ишханчик там отдыхает. С Ишханчиком немножко, не знаю, что-то не то все равно. Он не агрессивный, как думала. Помните, рассказывала, 2 дня ушел, потерялся, вернулся, ни с кем не хочет общаться, котят не принимает. Потом начал играться, как будто все хорошо. Но что меня беспокоит, он не мяукает. Ротик открывает. Так вот, и не мяукает, а он за еду мог жизнь отдать, он мог перед всеми комнатами ночью идти и мяукать, требовать свою еду. Уже сколько дней он дома ночью, ни звука, ни шума для еды, утром быстро идет в туалет и возвращается, и весь день дома и не мяукает. Не знаем, что голосовой связки, может быть, повредил. Все нормально, проверяли, никакой раны, ничего после того, как потерялся или ушел, вернулся. Но что-то не то, депрессии, может быть, еще. Anyways, дочка поведет к ветеринару на днях, посмотрим, что с ним.
Это так. А кофе можем пить себе позволить. На это мы способны. Но хочу... Ха, Экаш! Она загнала его, приходит и плачет, хочет, чтобы вышел. Да. Тапочки сегодня мыла под тапочками. Муж обычно... Муж у нас самый культурный обитатель этого дома. Он никогда в тапочках не выйдет во двор. Сегодня вышел, вернулся, говорит, может, тапочки помоешь? Я во дворе был в тапочках. Говорю, какой ты примерный обитатель. Теперь в хоккей играют. Good job, Арнак. Good job, Надак. Давай, Арнак. Давай, Арнак. Ну, он дает ему побеждать. Но со своими братьями иногда прямо в их, ну, в игре, да, бьет, голы забивает и хвастается. И дети говорят, ну ты же взрослый, ты же сильный. Давай, вы же сами захотели со мной играть. Давай, Арна. You can do this, Арна. You got this. За своего сына не поболеешь, заболеешь. Давай, Арна, чули. Покрасневшие листья. И быстро очень так аккуратно срезается. Это тоже возьму. Кажется, Арнат тоже соскучился по хоккею. Он уже, наверное, не знаю, сколько раз писал, звонил в этот местный хоккейный клуб. Говорит, мам, здесь людям нужно минимум полмесяца, чтобы ответить на твое письмо, чтобы решить вопрос. И он прав. Сколько месяцев нам потребовалось, чтобы установили эту газовую штуку? В общем, а здесь так работает. До сих пор, но в декабре начинается. Настолько они задержались с ответом, что первый период, скажем, первый сезон хоккейный, он так и не попал, потому что... Ему написали, скажем, через месяц. Anyways. Но с декабря он начинает играть. Ему сначала говорит, мам, меня записали в группу D. Это по категориям, да, как они играют, игроки. Говорит, ну я там был, смотрел, как играет группа D. Если я буду играть в этой группе, говорит, я там всех побью и буду плохим человеком. Ну, самое низкое по уровню... Да? Good job, Alma. Мячик украл и бежит. Okay, Maddox, you can run after Alma. Yeah. And waste your energy. Такой хороший парень. А, престрес. Жалко стало мальчика, говорит. Alma. Alma тоже жалко, мальчика хочет играть. You want a slice of bread, Maddox? No, thank you. You're not hungry? Скажите, простой, но такой красивый, шикарный кустик. На столе очень красиво смотрится. Когда только-только переехали, ну, цветов дома не было, ничего такого. Глаз греющего не было. Ой, я это сломала или нет? О, не... О, да, сломала. It's okay. Наверное, так и нужно было. Как сломала? Нигде не видно, что сломано, но вода вытекала. Окей. Куда-нибудь другое место положу. Но это не выброшу. Нет, Гина, выбрасывайте. Нельзя ничего сломанное в доме держать. Поверьте. Держала, ничего не случалось. До сих пор, может быть, если поищу, найду что-то, ну, не цельное или с, ну, чипт. Ну, нигде не видно. Где я ее сломала? В общем, ничего не видно. Окей. Как дизайн, очень даже неплохо. Пусть останется. Сюда поставлю, посмотрю, как здесь смотрится.
смотрится. Немножко воды налью. Хотя даже без воды очень долго остаются. В общем, когда только переехали, именно этот кустик на глаз как будто попался, отрезала и поставила дома. Так уютно. Может быть, месяц стоял или чуть больше месяца. Не хотелось удалять. Очень такой добрый кустик. Вот сейчас кофе поставим. Сядем 2 минуты, и сегодня с утра кручусь, верчусь, так хорошо убралась от всего сердца. Может быть, немножко низко, а? Что скажете? Ну, очень даже хорошо. Пару стоит им свечем. Очень красиво. Так, сегодня так хорошо убиралась, собиралась, чистила, блестила. И пошла за гранатами, там фрукты закончились. Несу гранаты, думаю, пожалуйста, Арнак, не захоти сегодня гранаты чистить, потому что обычно так совпадает, да, почистила, и кто-то из детей решает, у нас обычно это Люсин, решает испечь печенье, и все, пошло-поехало, или Арнак решает чистить гранат и ремонт, старается после себя чистить обычно. Вы знаете, дети, где чистить, ну, так как чистят дети, чистят только дети. Мы знаем, как это делать. А ну давай это разрежу, посмотрим, какой он у нас на вкус. Томаты из... Сушеные томаты из Бостона нам присылали вместе с лавашем. И я не знала, что с томатами сделать. И сделала. На вкус очень хочется попробовать. Экаральма. Эти оливки такие вкусные. О, острые. О, оливки были с чили. Оливки были с чили. Уверена, уже по запаху знаю, что хлеб будет очень вкусный. Хотела, да, перчика, но не перчика, да... Томата дойти, чтобы на вкус попробовать, потому что томаты замочила в оливковом масле, но когда уже резала через несколько дней, они еще такие твердые были, но думаю, в хлебе они смягчились. Очень вкусно. Это моя мама звонит. Хлеб. И томаты в хлебе такие сладкие, мягкие, такие вкусные. Дети это купили из Ашвилл. Мне сувенир купили, поехали, когда Арнак и Лилит вместе поехали. Они всегда сувенирами возвращаются. В этот раз говорю, дети, ничего не покупайте, мы же все-таки не туристы. Вы из одного города час едете, доезжаете куда-то. Не надо нам подарки обязательно покупать. Но вчера все равно младшим конфеты, нам вино, цветы, Арнаку соус. В общем, и мужу говорю, это наша школа, мы виноваты. Мы, ну, можно, нельзя сказать виноваты, но они так. Узмай сарвасали. Что они видят? Обычно, как говорят дети, это зеркало своих родителей. Фотографии сюрприз. В общем, говорят, мам, тебе очень понравится. Там магазин есть, оливковое масло продают, и можно все попробовать. Это попробовали, им понравилось. Говорю, интересно, откуда это оливковое масло? Здесь готовят оливковое масло. И откуда, по-вашему? Правильно, Калифорния. I like the spices in it. It was spicy chili, but it's some sort of flavor with me. I like it. Кому вам? С каким-то ароматом. Вкусно. Spicy Calabrian pesto. Со вкусом калабрийского песто, если правильно говорю. Еще знаете, что у меня готово было? Сегодня утром уже пробовала. Вместе солили. Тут нечего солить. То есть соль, вода. И солила... как называется лили? Мексикан сквош называют. Чайоты, по-моему.
самого? You should shot. Между трюфелем, this is the crunchiest, очень хрустящий. Yeah, this is the one I ignore. Oh, you don't eat this one? I just eat the pickles and cabbage. Она только огурцы кушает. А sour hamova. Очень вкусно. Не уверена, капуста готова или нет. И забыла туда добавить морковку. Напомнили, даже рыбиную морковку. Ой, я перчики люблю. Итак. Tried it. I've just always eaten the pickles. See? Говорит, я просто никогда не пробовала, только пиклзы кушала. Не пробовала. Дети иногда пробуют, иногда не хотят. That's pickle, that's good. Могу есть только хлеб и соленье в этот сезон. И быть счастливой. И с водой. Сомневаюсь, что капуста будет готовой, потому что так быстро капуста не готовится. И не терпится приготовить кырчик, суп из соленой капусты. Еще два дня. Миркоревна. Если лавна на целя, this one tastes good. Вот теперь можно и кофе. Всегда перед кофе нужно прикрепиться, закрепиться, и обычно соленье очень хорошо работает. Пир получился. Неожиданный пир получился. Это чем, да? Dried tomato. Ой, посмотрите, как красиво. Эй, каш! Кажется, о, доставили долгожданный пуфик. Это пуфиком не назовете, это пуф. И стулья, кресло-стулья для зеленой комнаты. Дети назвали эту комнату зеленая комната. По-американски. Легко и свободно. Никакой романтики. Сегодня муж хочет наклеить или приклеить. Арам, что это? Куда приклеивается? О, окей, поняла. Купил черные такие буквы, чтобы приклеить, чтобы видели, наверное. Чтобы возможно было прочесть, какая же это все-таки машина. Тундра или тайга? Да. Еще калифорнийские у нас номера. Поменяем, но пока не меняем. Знаете почему? Держи инструмент, пожалуйста. Я расскажу историю, почему не меняем номера этой новой машины. Потому что за те машины, они не новые, но registration, как будет registration на русский? Регистрацию? Легко. Регистрацию, за регистрацию заплатили на каждую машину где-то 600, где-то 500. Более 1000 заплатили и переехали. Сейчас в этом штате поменяли registration, регистрированы они на этот штат, но поскольку здесь тоже заплатили 500 или 400 с чем-то, здесь меньше заплатили чуть за регистрацию. Одно и то же. В общем, одно и то же. Дважды заплатили, обратились в DMV, это ну куда заплатили, чтобы нам вернули деньги, потому что здесь в DMV сказали: позвоните в DMV и скажите, что мы переехали, поменяли регистрацию на другой штат, верните нам наши деньги, и вам вернут ваши деньги. То, что мы сделали, уже прошло почти 2.5 месяца, нам наши деньги не вернули. А за это тоже заплатили регистрацию. Без регистрации вам машину ну, не купить. Сейчас, чтобы опять дважды не заплатить, решили пока подождать, пусть возвращают наши деньги, потом уже машину переведем, зарегистрируем на Южную Каролину. Вот поэтому не платим, не меняем регистрацию новой машины. Ну, make sense, понятно почему, очень даже. И что будет, если будет калифорнийская регистрация? Что будет? А зачем поменяли тогда? Очень хотели, в глаз бросались. Иногда
с нами такого не было, но говорили, если у вас калифорнийские номера, вам могут палец показать или вам могут дорогу не уступать, но с нами совершенно наоборот. И дорогу, наверное, видели, а думали, эти калифорнийцы, давайте уступим, пусть проходят, они ничего не смыслят в дорогах. Но здесь не умеют водить, здесь очень плохо водят. Не знаем, но с нами такого не было, что мы из Калифорнии. Да, трубку не берут и говорят, это у нас номера калифорнийские, телефон, area code. Говорят, это может быть иногда, или трубку повесят в пол разговора, если уже им не интересно. Говорят, это из-за того, что вы из Калифорнии. Представляете, расизм к калифорнийцам. И еще что-то хочу сказать. С одним знакомым разговаривали. Говорю, почему такое отношение? Что за Америка, Америка? Просто да, там демократический штат, мышление совершенно другое, от чего мы приехали, да? И многие именно переезжают, потому что там с ума сойдешь, если среди этих мыслящих, да? Очень трудно жить среди людей, которые не ценят те же ценности, values, которые ты. Очень трудно с ними жить. Хотя у нас этой проблемы с нашими знакомыми, то есть не было. Все были наши. Но, говорю, почему такое отношение к калифорнийцам? Говорит, потому что, когда калифорнийцы приезжают, они себя ведут, как они в Калифорнии, туда-сюда. Говорю, а конкретно именно, что они делают? Если люди уже переехали, это значит, им здесь что-то близко, что-то, ну, они чувствуют себя в своем месте. Они вряд ли берут свое калифорнийское мышление и, то есть, имея в виду, ну, знаете, про что они. Anyways, коротко говоря, говорю пример, скажите, что делали калифорнийцы, что такое к ним отношение. Говорит, вот, к примеру, звонят в какой-то сервис, им сервис не так подают, или не вовремя, или не так все делают, и они сразу звонят в бюро, бизнес-бюро, и жалуются на этот бизнес, что нас не обслужили туда-сюда. Говорю, правильно делают. Потом будете радоваться, сказать спасибо калифорнийцам или, скажем, из других штатов, люди, которые привыкли к хорошему сервису, вовремя позвонили, вовремя пришли, здесь все, сидят себе, наверное, на качалках качаются. Говорю, потом спасибо, когда сервис улучшится у этой компании, это будет благодаря именно калифорнийцам или другим штатцам, которые к этому добились. А вы сидите себе, ну и что, не пришел, напил на ланче, не пришел на работу, ну и что, пусть останется наш генератор или что-то в этом роде. Так что, пожалуйста, соберите себя в руки. Эти тыквы должна или в сок превратить. Один, наверное, вапаму сделаю, а из этого, может быть, и сок сделаю. И за тыквами должны поехать, чтобы тыквы не закончились. Здесь после Хэллоуина обычно заканчивается тыква. Как будто была тыква и нету тыквы. Но здесь, поскольку очень много ферм, которые выращивают. Чё, соскучились по твоему голосу? Думаю, скоро я его уберут отсюда. Рассказывала всех, кто-то съел курочек соседских, остался только Петя и одна курочка, может быть, ее тоже съели, не знаем. Ну так грустно как-то. О, сильно, very nice. Вот такой низкий, хороший, вот здесь это удобнее будет нам. Подождите. Посмотрим. Более удобно, естественно. Это для нашей спальни. Купила, уже может пойти в спальню. Потому что мы все, когда здесь собираемся, все не помещаемся. Это то, что ты сидишь, а пойдет туда. Никому не мешает, ничему не мешает. А те два, что собирает сейчас, придут туда. И посмотрим. Это пойдет к нам в спальню. Но все равно места хватит. Здесь четверо могут поместиться. 4, 5, 7.
все поместимся, то, что и нужно. А дерево, вы правы, очень хорошо будет смотреться именно здесь. Только нужно найти, ну, лимонное дерево писали, мандариновое. Ведь эти деревья не всегда... Здесь, не знаю, можно найти комнатный лимон, дерево. Вряд ли лимон возьмем, что-нибудь другое, чтобы так вечно зеленое и чтобы легко было ухаживать. Чтобы не надо было ухаживать. Хотя наши котики ухаживают, они... Пришлось очень много листьев срезать. О, мы кофе хотели выпить. Такой хороший цвет. А я только один остался такой цвет. Поставлю ссылку. Другие цвета тоже есть. Это не открывается. Там ничего нельзя, а, так положить. А жаль, могли бы и одеяло и тому подобное. Нравится? Ара, скажи, какой уютный, красивый. Цвет называется антическое золото, antique gold. Не знаю, что за цвет. Мне показался очень такой sage, шалфей, такой цвет показался. Не хотела слишком светлый и не хотела темного цвета, вообще не хочу ничего. Ну да, это попрошу сейчас закончить. О, давай кофе выпьем на новом пуфике. Подождите, посмотрю. У меня такой круглый. В общем, штука есть. Пойду посмотрю. И такой есть, и еще другой, более компактный, круглый. Скажем, даже если гости пришли потом на десерт, здесь заранее могу уже десертный столик собрать. Там... Может, и поменяю тот столик. Может, Экина, вы поменяете тот столик. Да, поменяю тот столик, но не сейчас. Можно заранее уже все, даже по ходу решу, что делать. Но сейчас по ходу новые стулья поставим. Это там, скажи, Арам, очень даже неплохо. Только сюда. И как раз... Все мы помещаемся ровно. Сейчас новые стулья поставим, и это покажу. И продвинемся дальше. Теперь у нас не мандариновая комната, а хурмовая или королёкная. Так, друзья, товарищи, вы все со мной соглашаетесь, что черный столик здесь сейчас... Знаете, черный столик, муж говорит, ножки этого столика подходят с ножками этих девушек, которые на картине. Скажем, окей, сейчас поставлю, хочу еще белый столик здесь попробовать. Посмотрю, что скажете. Скажем, к примеру, пришли к нам в гости, вошли в эту комнату. Ой, как хорошо, как прекрасно. Ну что за черный столик у вас? Скажем. Очень удобные стулья. Такие и компактные, и именно такие хотела, чтобы не огромные, громадные. Армчерс не хотела, чтобы вот так кресло было. Ну и такие аккуратные. Арам, тебе нравится этот столик здесь? Что скажешь? Араму все нравится. Говорит, тебе как нравится, мне так нравится. Идеальный муж. Вот мужья должны быть такими. Жене нравится автоматический перевод. Им тоже нравится. Белый столик тоже попробую здесь. Если глаз будет больше радовать, белый оставим. Если нет, черный вернется обратно к ножкам девушек. Даже этот столик я не для... той пары купила. Столик должен быть с нашими креслами, те, что с маленькими пуфиками. А что скажешь? По-моему, светлее лучше, че? Да. Подождите, чужим взглядом посмотрю. О, гораздо лучше. Очень даже, без сомнения, лучше. Пусть временно здесь постоит, если по ходу решим квадратный столик белый. Возьму квадратный. Но мне нравится. Круглый должен быть. Все-таки и этот круглый, и клюстри, и солнышко. Квадратный здесь не хотим.
Может, даже еще круглый портрет моего дедушки с усами. Заметили, да, у нас дома никаких портретов на стенах нету. У меня это говорилось, что не люблю, когда на стенах висят очень много так семейные портреты. Семья всегда с нами, мы их лицо видим. На портретах в рамках не люблю. Есть пару. Не хотите. Окей. Сильно. Вот теперь кофе в студиях. Дочка приклеила, говорит, не хотите посмотреть, как получилось? Тундра получилась, но хотим посмотреть. Если погода такой оставалась надолго. Вечером не хочу. Мне даже начало нравиться эти изменения в природе. Эти цвета, этот натуральный лад природы. Даже холод такой хрустящий. Утром дверь открываешь и чистый воздух. Вот теперь мы знаем, что у нас тундра, друзья мои. А раньше думала, интересно, что это за машина? Настоящая тундра. Пусть будет тундра. Тебе нравится? Вот теперь тебе нравится? Очень. У него такие маленькие детали, нюансы. У него это играет какую-то большую роль. Я даже в жизни не заметила бы, что там написано. Или все, забыла. Тундра, тундра. Ну, наверное, это мужские детали. Знаете, они очень уникальные явления в нашей жизни. Еще прикрепила лого их любимой хоккейной команды Лос-Анджелес Кингс. Калифорнию не надо убирать из этой машины, Арам. Если даже уберете, те, кто играют, но не играют, болельщики или понимающие в этом деле, уже узнают, эти люди из Калифорнии, нате вам палец, если они такие неумные, скажем. Все равно, всегда говорю, если люди уже переехали, все-таки оставили, вот, к примеру, мы 25 лет жизни создали, трудились туда-сюда, что-то создали, и ради ценностей, ради детей, ради того, чтобы наша голова хоть немного могла быть спокойна, когда дети идут в школу. Все-таки дети хотели уже выйти из дома, пойти в школу, общаться туда-сюда. Мы очень многое бросили, и ради правильных для нас ценностей переехали. Да, это значит, мы согласны, мы сказали «да». Зачем относиться к людям из другого, скажем, штата, неправильно, судя по их телефонному номеру или по машинам, по номеру машины. В общем, такие дела. Но очень много здесь. Ну, с кем, по крайней мере, нам, наверное, повезло. Мы с кем встречались, хорошие соседи, отличные. Говорят, зачем вы соседям это несете, то другое делаете, зачем вам они, они чужие, туда-сюда. Знаете, когда мы только переехали, это чувство, что мы пришли домой. Они нас так приняли, пришли, куда-то пригласили, парты какой-то делали, что-то принесли сладкое, с кофе. В общем, такое, так приняли нас, как родных. Потом, когда Альма потерялась, я, наверное, рассказывала, наш сосед, он только что и уикенд был. Человек на уикенде работал на стройке, что-то строил. И говорит, из гор вернулись, очень уставшие, и видно, да, и по возрасту он не молодежь. Очень усталый человек, как узнал, Альма потерялась, взял свой этот трактор, и 3 часа этот человек больше нас искал и по всему этому окрестностью кричал: «Алма, Алма, я уже плохо себя чувствовала». Говорю, этот человек не отдохнул. Ну, когда пошли спрашивать, вы не видели нашу собаку? Жена на своей машине отдельно вышла из дома и стала говорить, я по ту сторону пойду искать. Муж там,
И я говорю: «Арам, как мы этих людей как-нибудь сможем отблагодарить? Они, в принципе, нас не знают, ну и собака потерялась, да, скажем. Но так как они, или другой сосед, говорит, что нужно, у них большая компания, дерево режут, дерево, леса или, в общем, деревья, не дерево. Когда нужно будет, что нужно будет, даже не думайте, придем, сделаем». Те соседи тоже хотели нашу траву косить, а эту траву тоже мы не хотим косить. То есть, так как нас приняли, невозможно не быть благодарным, и, в общем, нам повезло с людьми. Мы здесь себя с первых дней, на наше удивление, почувствовали как дома. Это нас как будто успокоило. Так что есть разные люди, и хорошие, и плохие. So far, пока что, нам только хорошие встречались. Думаем, надеемся, так и продолжится. Так что мы счастливы, совсем не передумали. Иногда спрашивают: «Вы передумали? Туда-сюда, вы, кажется, несчастливая». Вот интересно, откуда думают, я несчастливая? Что я такое делаю? Наверное, когда жалуюсь продукты. Опять же, ценности нужно выбрать. Там, да, хорошие продукты, рестораны хорошие, резорты, все хорошее в этом плане. Но если вы... Это как будто материальная часть ценностей. Нужно выбрать для себя. Или кушаешь вкусно в ресторанах хороших, идешь в хорошие резорты туда-сюда. Или у тебя на душе свободно, спокойно, мирно. Ты живешь. Нужно выбрать. И всегда можно поехать, покрутиться, туда-сюда, погуляться и домой, в эту сторону. Все, всю жизнь вам рассказала. Пойдем пить кофе, Арамджан. Ты заслужил. Кажется, она что-то нашла. Горчуная, сари. Вот думаю, Ишхан что-то съел и отравился. Почему-то так думаю. Вот она что-то живое, кажется, нашла. Что-то живое нашла. Ее подруга на следующей неделе приезжает из Огайо. Да, из Кливленда. Из Кливленда приезжает. О, счастье будет. Они как две лошади. Ай, Сирина, зарик.